И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Trash Free Fire. И на этом видеоролике я купил настройки у Imagi. Там я купил за 300 рублей, 350, но он скидку сделал и сказал, по Дискорду тоже могу настроить. Я отказался и купил простые настройки на ПК. Если наберется 100 лайков, я палю настройки и матчи бесплатно. Ну, хороший актив будет сразу палю. Ну, давайте идем проверить. Подписываемся на канал, поставим лайки. И напишите в комментариях, как еще какого ютубера настройки купить. На телефон тоже он продает, сказал. Нет, на телефон у Crazy продает и Redface тоже. Не помню. Он такой голосовые сообщения кинул. Вот так нужно делать. Вообще ничего не понял, но нормально настроил. Ну, за 350, за 300 рублей. Это дорого настроить. Вообще дорого. Давайте проверим, где он. Если с первого лететь, это просто топ. С первого. Так, нет. Давай с первого. То нормально летит. Вот он не бот какой-то. У него тоже красные штаны ангела. Никакие софты. Можете купить настройки у меня за 100 рублей. Сразу там настройки на матчи. У меня есть настройки у Redface, купил в прошлом видео, можете смотреть. Чё он так не летит? Я должен чувствительность. Я ему еще раз скажу, чтобы он мне чувствительность настроил. Скажу, у меня не летит, можешь настроить. Чуть побольше. Кто хочет настройки на телефоны, я могу продать за 50 рублей. 50. Если будет нормальный актив, хороший. Ну, где-то 50-25 лайков будет. Я палю настройки на телефоны. На все телефоны. Или напишите в комментариях свои названия телефонов, я настрою. Чего я так умираю? Ма. Не случайно, зачем он убил? Давайте. Просто в голову дам. Этот ультиматум бой сыграем. И все. И косик отключаем. Если хотите хайлайты и так далее, напишите в комментариях. Снимиха, как он убивает. Ну просто я еще не привык к этой настройке. Кто не знает, кто такой Imagi, это тоже ютубер, нормальный у него актив. Он поднялся, ему трещи разам помогли. Не знаю, разам помог, но трещи точно помог. А это же Адам. Я с Адама играю. Вот просто уже даже с упором даже летит. Я случайно F11 начал. Давайте, пацаны, 200 лайков, настройки и матч. Топовые настройки скажу.
прям не подходит. Но если бы 200 рублей было, то я бы купил. Теперь могу пройти в гильдию за 100 рублей. За 100 рублей в любой гильдию пройду с вашего аккаунта. У меня даже цикады, а лук нет. Магазинчик. Да у меня джойстик улетает. Если это... Всё, 5-4 будет. Ну, не летит. Вообще не летит. Вот это. Я спалил просто вот чувствительность обзор. Ну, он мне сказал на 0 поставь. И я не поставил, забыл. Сейчас поставлю. Так чувствительность вообще не работает. Я на 100 поставлю. И скажу ему, вообще, я вообще мышкой. У него медленные настройки. Я вот так делаю, а оно так делает. Мышка просто. Давайте с этого. С дигла, да? Если с дигла летит, нормально просто. За 300 рублей подходит. Так, с дигла просто. Кто такой? Ну ладно, тело тоже пойдет. Ну, сейчас скажу, нормально летит, но у Redface тоже нормально было. Ну сейчас. Хороший игрок попался. Ну ладно. Короче, всем спасибо за просмотр данного видео. Ставим лайк, подписываемся на канал, если 200 лайков наберется, 100 лайков давайте наберем, и настройки, и матчи, и палю. Давайте. Всем спасибо и всем пока.